Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 34 на странице 27. Прочитайте. На полях работают тракторы, комбайны. Комбайны скашивают, обмолачивают пшеницу, очищают зерно, высыпают его в грузовики, собирают в копны солому. Тракторы пашут, разрыхляют почву. Хлеборобы уже убрали с полей рожь, ячмень, овес. Какими членами предложения являются выделены однородные члены? Объясните свой ответ. Итак, давайте возьмем первое предложение. На полях работают тракторы, комбайны. В этом предложении говорится о тракторах и комбайнах. Значит, выделенные слова являются подлежащими. Второе предложение. Комбайны скашивают, обмолачивают пшеницу, очищают зерно, высыпают его в грузовики, собирают в копны солому. В предложении говорится о комбайнах. Они говорится то, что они скашивают, обмолачивают, очищают, высыпают, собирают. Значит, выделенные слова являются однородными сказуемыми. Третье предложение. Тракторы пашут, разрыхляют почву. В предложении говорится о тракторах. Это подлежащее. Говорится то, что они пашут и разрыхляют. Значит, выделенные слова являются также однородными сказуемыми. Хлеборобы уже убрали с полей рожь, ячмень, овес. В предложении говорится о хлеборобах. Это подлежащее. И говорится, что они убрали. Это сказуемое. Значит, выделенные слова рожь, ячмень, овес являются однородными второстепенными членами. Спешите, вставляя пропущенные буквы. Давайте прочитаем еще раз первое предложение и найдем пропущенные буквы. На полях работают тракторы, комбайны. Работают. Работа – словарное слово. Вставляем гласную «а». Тракторы. Трактор – это тоже словарное слово. Вставляем бездарную гласную «о». Записываем первое предложение. На полях работают тракторы, запятая, комбайны. Точка. Во втором предложении пропущенных букв нет, поэтому мы просто его запишем. Комбайны скашивают, обмолачивают пшеницу, очищают зерно, высыпают его в грузовики, собирают в копны солому. Да, вот пропущенная буква является это слово словарным словом. И вставляем мы бездарную гласную «о». Комбайны скашивают, запятая, обмолачивают пшеницу, запятая, очищают зерно, запятая, высыпают его в грузовики, запятая, собирают в копны солому. Третье предложение. Тракторы пашут, разрыхляют почву. Здесь пропущено букв нет. Записываем. Тракторы пашут, запятая, разрыхляют почву, точка. Следующее. Хлеборобы уже убрали с полей рожь, ячмень, овес. Хлеборобы уже убрали с полей рожь, мягкий знак, ячмень и овес. Вставляем букву «о». Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.